До 11,5 тонн нагрузки по новым технологиям. 10 километров новенького покрытия на автодороге Р-178 Саранск-Сурская-Ульяновск сдадут к ноябрю этого года. Об этом сообщили губернатору во время его рабочей поездки в Сурский район. Это участок дороги от села Малая Кандарать до села Усть-Урень. При ремонте применяются современные технологии по новым ГОСТам. Сейчас ведутся работы по регенерации. То есть это убираем старый слой покрытия, добавляем асфальтогранулят, битумную эмульсию, цемент. Все это перемешиваем. Это будет у нас основание толщиной 27 сантиметров. Для безопасного передвижения установят остановки и освещение. На этой же дороге отремонтируют еще один участок. На этой же дороге будет проходить еще ремонт. В этом году ремонт участка 12 километров. Это от поселка Боротаевка до поселка Дружба. По просьбам жителей Лесной долины там будет выделена левая полоса для поворота налево, для удобного, для безопасного поворота налево. Будет изменена организация дорожного движения. Всего в этом году на ремонт и содержание автомобильных дорог в Сурском районе направлено 237 миллионов рублей. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют еще 6 километров дорожного полотна на участках Неплевка-Архангельская и Астрадамовка-Лебедевка. Уличное освещение установят на протяжении 9 километров транзитных трасс района. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.